Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ, и сегодня снимаю видео, которое будет называться «Зомби апокалипсис». Давайте начинать. Что? А? Почему тут такой бардак? Блин, я недавно убралась. Фу, гадость какая. Ну и как тут вообще пройти? Блин. Вставай! Что? Что? Что случилось? Что-то не так? Ну, если, по-твоему, такой вот мусор, это нормально, то ничего. Да, я немножко намусорила, и что? Немножко? И кто будет вот это все убирать? Ну, я уберу потом. Да, потом уберу. Спустя 20 минут. Что-то как-то скучно, что бы делать. Так. Я уходила на 5 минут. Так ты не убралась? То есть на целых 20 минут. Ой, ну я же сказала, что потом уберу. Придется убираться теперь. Все, убралась я. Вот теперь настоящая чистота. Отличие от некоторых, я убираюсь, а не мусорю. Ой, все-то я немножко намусорила и столько шума. Ладно, немножко, значит, да? А мне немножко надо было убираться за тобой. Как ты мне уже надоела. Я уже жду, когда пройдет Хэллоуин, я уеду к себе домой. Сестра называется. Я хотя бы ответственная. Может быть, телек посмотрим? Садись давай, посмотрим телевизор. Да уж, надо обойдусь. Садись, я сказала. Ладно. Так, теперь нажми на кнопку. Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня очень хорошая погода для прогулок. И сегодня я вам расскажу, что делать на выход... Секундочку. Нам поступили бедственные сообщения. Уже в 23 странах распространяется еще неизвестный вирус. Так что по необходимости лучше не выходить из дома. Что там дальше? Ой, так. Не выходите из дома. Вам надо закупиться лекарством, которое... Стоп, выключи телек. Что это было? Я откуда знаю? Давай уже выключи. Да, уже выключил я. Что это было? О, мой Ранель, какая-то ерунда. Да какая еще ерунда? Ты слышала? Какой-то опасный вирус. Нам надо закупиться лекарствами. Нам сказали сидеть дома и ничего не делать. Это для таких ленивых, как ты. Так, я пойду нам приготовлю попить чего-нибудь или поесть. Перед тем, как выйти на улицу. А ты пока лучше почитай в интернете, что ли. Что это за вирус такой, чтобы мы уже сразу закупились лекарством. Кстати, ноутбук, вот тут два. Ой, буду я еще эту ерунду искать. Что? Элизабет, беги скорее сюда. Я не успела даже чай заварить. Что? Что-то важное нашла? Да, наверное, даже очень важное.
Некоторые пишут, что якобы какая-то болезнь, похожая на зомби-апокалипсис, распространилась по всему миру. И тут сказано, что надо закупиться лекарством, сходить в аптеке, если это возможно, и купить лекарства. И вот тут состав зелья. Ну, хорошо, надо будет сходить, да. Ну что ж, пойдем за лекарством. Тут сказано, что лекарство достаточно где-то 500 миллилитров, можно целых, даже не знаю, 10, больше 10 человек напоить этим лекарством. 500 миллилитров, 10 человек? А тогда можно к нам подруга придет? Я категорически тебе запрещаю приводить друзей. Ну, блин! Она может быть зомби. Подожди. Она отличница по всяким химикам. Ну ладно, пусть приходит. Хорошо, сейчас я ей позвоню. В смысле? Ну, она как раз хотела ко мне в гости прийти, ну, как ко мне. Вот я ей позвоню. Ладно, только быстрее.